Пане Ігорі, не можу не поділитися з вами цією новиною, що американські ЗМІ на тепер от просто зараз пишуть, що український контрнаступ почався. Про це пише видання New York Times. І от я хотів би спитати вас як журналіста. Я розумію, що ви не маєте тієї інформації, ви не можете її ні підтвердити, ні спростувати, але за відчуттями. Оце клікбейтний заголовок від американських журналістів, чи вони мають інсайдерську інформацію, якою і поділилися? Знаете, я больше доверяю на той информации, которая исходит от Министерства обороны Украины. И недавно, собственно говоря, заместитель министра обороны Украины, госпожа пани Малер, заявила, что украинское наступление началось. Так что я думаю, что американцы все правильно сказали. То есть, ну, в данном случае я считаю, что вот та информация, которая идет от Минобороны Украина, она достоверная, да, действительно, украинское наступление началось, и оно заметно, оно видно. Об этом же, кстати, говорят и российские официальные каналы. То есть на самом деле все это видят, поэтому я думаю, что это правда. Пане Ігоре, і до реакції, зокрема, офіційних особ Російської Федерації, я зараз про слова депутата Держдуми Константіна Затуліна, який заявив, що план путінської спецоперації не виконано. І от мені цікаво, на вашу думку, які будуть за ці слова йому тепер покарання, чи правильно я розумію, знаєте, що це у жодному разі не є якимось прозрінням Константіна Затуліна, а є лише вимогою від нього до Путіна зробити от эту спецоперацію в Україні більш жорсткою і перейти нарешті до справжньої війни, ну як це Затулін бачить? Ну, на самом деле, выступление Затулина было очень ярким, и оно произвело впечатление разорвавшейся бомбы на этом форуме. Форум назывался «Какой мы хотим видеть Украину». Значит, естественно, подавляющее большинство присутствующих на этом форуме не хотело видеть Украину вообще никакой. То есть хотело бы, чтобы Украина как-то каким-то образом исчезла. Затулин сказал, что Украина сохранится, чем вызвал огромное возмущение ведущего, который сказал: «Ну, откуда вы взяли, как все считают, что не сохранится, вы считаете, что сохранится». Он говорит: «Ну, просто потому что я вижу, что сохранится Украина. Ни одна цель российской спецоперации не выполнена. Вот, это вообще никакая не спецоперация, это война, которая не реализует своих целей». И вообще, так сказать, короче говоря, такие, я бы сказал, революционные идеи стал высказывать. На самом деле, Затулин просто... Здесь две вещи. Во-первых, я думаю, что Путин сейчас практически не контролирует то, что происходит и в Государственной Думе, и то, что происходит в армии. Он контролирует Шойгу, но не контролирует армию. Он контролирует Володина, председателя Государственной Думы, но не контролирует депутатов. И Затулин, в свое время, я уже больше 30 лет знаком с этим человеком. Он тогда еще был таким, не был таким фашистом, как сейчас. Но я знаю, что этот человек достаточно умный, дальновидный и расчетливый. И поэтому Затулин просто чувствует, что на самом деле сейчас уже невыгодно вот так вот поддерживать все путинские нарративы, все эти сказки про то, что Украины не существует, что ее создал Ленин. И пора уже говорить какие-то вещи, которые хоть как-то приближены к реальности. И у меня есть гипотеза, что ничего с ним сейчас уже не сделают. То есть Затулин очень живучее политическое существо, и поэтому я думаю, что он чувствует момент. Он чувствует, что Путин перестал контролировать то, что происходит в России в значительной степени. В этом смысле, зная Затулина как очень прагматичного, расчетливого, хитрого и живучего человека, я доверяю ему, его чутью. Я думаю, что он правильно все угадал и с точки зрения своего выживания сделал правильный шаг. Пане Ігорю, а те, що на тепер відбувається між Пригожиним і Міноборони РФ, да, на тепер, от чергова ця стадія, коли пригожинці, вагнерівці беруть в полон підполковника 72-ї бригади. От, на вашу думку, це що може означати? В якому на тепер статусі той Пригожин перебуває? Бо думали, що він може очолити, мало не очолити революцію в Росії і скинути Путіна. Але тепер ми бачимо, що він собі дуже багато що дозволяє, і як він
лишається при цьому і дотепер живий. От яке подальше майбутнє доля Пригожина? Я думаю, что это еще одно свидетельство, может быть, даже более яркое, чем вот этот казус Затулина, что Путин перестал контролировать основные процессы в России. Еще раз подчеркиваю, Путин контролирует Шойгу, Путин контролирует свой наградной отдел, он имеет возможность награждать там, вот он ордена мужества раздал губернатору Белгородской области, ну, потому что он ничего больше не смог сделать для Белгородской области. Вот дал орден мужества, значит, губернатору. Еще дал орден мужества главе Шебекинского, значит, района. Так что вот это он может, а контролировать армию он уже не может. И он не контролирует сейчас процессы. И вот это боестолкновение между частями российской армии и, значит, вагнеровцами, и это, ну, захват в плен подполковника, целого подполковника российской армии, это свидетельствует о том, что Путин, конечно, не контролирует процессы в самой главной части на сегодняшний момент Российской империи, а именно в вооруженных силах. И что касается Пригожина, он это прекрасно понимает. И вот его вот этот вояж, фактически политический вояж по городам России, где он везде встречался, ну, это была фактически его там, ну, если по старым меркам, то чуть ли не президентская кампания избирательная, когда он встречался с людьми, рассказывал о своей программе. И это раскрывает содержание того плана, который он излагал и в своем манифесте апрельском, и в своем манифесте майском, когда он говорил о том, что это, значит, вторая часть плана Вагнера. То есть это, что называется, война. Он объявил войну глубинному государству. На самом деле он объявляет войну путинской вертикали. И это достаточно очевидно. То есть он сейчас не контролируется Путиным. Он проявляет, он демонстрирует лояльность, он говорит, что мы послушны Путину, мы работаем на Путина. На самом деле он работает сейчас на себя, и он работает на смуту. То, что он сейчас делает, это никакая не революция, это подталкивание России к смуте. И в этом смысле, ну, он для себя это делает, потому что в условиях смуты он в этой мутной воде, имея деньги, имея мощную пиаровскую кампанию и имея возможность очень быстро доукомплектовать вот ЧВК Вагнера, от которого действительно сейчас после Бахмута остались руины, но тем не менее докомплектовать он быстро сможет. И я думаю, что в этой ситуации он рассчитывает на то, чтобы, ну, по крайней мере, получить контроль над каким-то куском российской территории и большим куском российской собственности. Смута для него – это выгодная история. Но вот он к этому очень старательно подталкивает Россию.